исполнению. Ну, а мы встречаем Анну Попову. Еще одна наша красота. Абсолютная чемпионка России 2023 года на ковре с обручем. И серебряный призер соревнований, которые вы сейчас наблюдаете в многоборье, я имею Верно. В виду. Обидная, очень обидная потеря. Был красивейший перекат, выполненный на волне. Но немного расслабила внимание Анна. Главное собраться дальше. Обратный вертолет в исполнении Анны. Очень красивые. Мало кто из гимнасток исполняет так много обратных вертолетов. В частности, потому что очень трудно подобрать работу предмета к этому элементу. Очень чистое исполнение риска с тремя вертолетами. А танцевальность какая. Анна... Леди Гага помогала Анне Поповой выполнить это упражнение. Волнуется девочка, да, мне кажется? Да, расстроена, что не все получилось. Однако зрители встречают ее большими овациями. Вот эта вертушка. Немного не довела на руку. Сбавка за выход за площадку предмета и гимнастки составляет 0,3 и 0,3. Ань, ну ты прям законодательница моды. Дорогие друзья, цепи в волосах – это впервые в художественной гимнастике. Не мешает? Нет, мы сегодня решили попробовать с Наташей Долотовой новый образ, которого еще ни у кого не было. Ну, в общем-то, понравилось моим тренерам. Получилось супер. Спасибо. Аня, вы уже законодательница моды, во всяком случае, в последние месяцы только про вас и говорят. Это больше помогает или мешает? Такой заключительный вопрос пока. Нет, наоборот, помогает. Поддержка любая. Зрителям спасибо большое, что меня поддерживаете. Все слышу и люблю. Вот это очень правильные слова и в ожидании оценок. Внимание. Оценка Анны Поповой. 32,55 балла. 32,55. Это четвертый результат. Не смогла наша гусь. Замечательно, что на нашем турнире такую изюминку добавляет Дмитрий Губерниев, Юлия Синицына. Мне кажется, это очень хорошее нововведение. Совершенно верно. Анна Попова на ковре. Oh,
Ира Попова, Кайли Миног. Ну что, в своем одном из интервью Ань Попова говорила о том, что она, тренируясь на одном ковре с сестрами Авериными, учится у них трудолюбию, усердию, а также мастерству. Я думаю, что но это прекрасно. Не прошло это присутствие. Наша великая Ирина Александровна всегда говорит, дубы растут среди дубов, и юные гимнастки, тренируясь вместе с уже нашими состоявшимися чемпионками, набираются очень многому. Аня, это было не просто упражнение с мячом, это был настоящий спектакль и настоящий танец. Скажи, пожалуйста, сложно ли справиться с предметом и танцевать одновременно? Наверное, сейчас я переборщила с эмоциями и не справилась со всем, что задумано. Нужно всегда выходить и собираться в меру с эмоциями и очень сосредоточенной. Переборщили. Почему? Коротко. Хотела сделать для зрителей, для Ирины Александровны выразительно, порадовать всех. Ну, у тебя это получилось. Мы порадовали. 34,4. 34,4. Такова оценка Анны Поповой. Это третий результат. Действительно, мы очень сильно поддерживаем девочек, выступающих на первом этапе Кубка сильнейших. Здесь, во Дворце гимнастики в Лужниках. Ну, чем ответит Анна Попова? Корейская группа Терияки Бойс сопровождала это выступление. Называется «Токио Дрифт». Прямо-таки дрифт художественной гимнастики демонстрировала Анечка Попова. Умничка, умничка. Прекрасно справилась со своим упражнением. Очень интересный выбор музыки. Кстати сказать, ее упражнение с мячом имеет нехарактерную для этого предмета музыку, но она прекрасно с ним справляется, этот ритмичный темп. Ну и наша золотая Анна со своими прекрасными элементами, с дотянутыми ногами, яркими глазами, эмоциями. И переживают за нее тренеры, зрители и, конечно же, мы с Еленой. Ань, ну ты что-то невероятное с нами сотворила. Признаюсь честно, у меня мурашки. Очень смелый музыкальный выбор. И ты была такая роскошная. Ты это чувствуешь? Да, я выбрала музыку, под которую могу кайфовать. И стараюсь делать выразительно и передавать эмоции и движения этой музыки. Ну, у тебя это получилось на все 200%. Спасибо тебе за это. Анны Поповой, 36,7. Приглашается Пелагея. И наше соревнование Анна Попова.
Даже жалко, что такие прекрасные соревнования подходят к концу. Но сейчас мы вместе со зрителями будем наслаждаться выступлением великолепной Анны Поповой и ее упражнением с лентой. Ольга Кормухина, «Путь». Одинокая звезда в небесах к себе манит, а уставшая душа с каждым днем сильней болит. Блестящая, да, точка в этом финале, не только в этом финале, но и в наших соревнованиях. Хочется Кубки поаплодировать. Сильнейших. Действительно, хочется поаплодировать. Блестящее исполнение Анны упражнения. На одном дыхании, очень чувственно и чисто. Вы знаете, все рисунки выполнены очень технично, все элементы и риски пойманы. Особенно ярко и широко вращательные движения под бросками. Как удалось выполнить Анне задумку постановщиков и тренеров? Дорогие зрители, телезрители, давайте еще раз поддержим Аню и поблагодарим за эту красоту. Браво! Спасибо. Анечка, в преддверии Дня Победы еще раз всех поздравляем с нас вышибить из седла. Вот мне кажется, что ваша целеустремленность невероятная, вы с таким настроем выходили на вот это заключительное упражнение. Поделитесь своими эмоциями и чувствами. Я очень сильно разозлилась на себя, то, что я допустила ошибки в мяче и в обруче. Это меня завело, и спасибо Ирине Александровне за то, что она меня подбодрила, сказала нужные слова. Огромное спасибо, очень сильно люблю Ирину Александровну и Юлию Владимировну, и Веронику Борисовну, и Ирину Борисовну. Всех очень сильно люблю и благодарна за все. Спасибо. Вы молодец, огромное. Мы присоединяемся к словам любви и поддержки. А что Ирина Александровна сказала? Ирина Александровна сказала: выходи и делай для зрителей. И самое главное, улыбайся. И делай выразительно. И хочу сказать огромное-огромное спасибо всем зрителям. Огромное спасибо, невероятная поддержка. Даже не ожидала такого. Спасибо. Потому что мы с детства за Попову. Тебе спасибо, Ань. Спасибо. Оценка Анны Поповой. 36,65 балла. Итак, 36,65 балла. Это первый результат у Ани Поповой. Результаты всех гимнасток, которые выступали в этом финале с ленты, на ваших глазах. Через несколько минут состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров.